Здравствуйте! Вы на канале «Полезные советы». Меня зовут Заславская Елена, и я косметолог-эстетист, мастер некрасы инжир. Не забывайте подписываться, нажимайте колокольчик, ставьте лайки, и всю более подробную информацию вы сможете получить, перейдя по ссылкам, расположенным ниже в описании к видео. Сегодня я бы вас хотела познакомить с такой методикой, как пресс-терапия. Замечательная процедура, направленная на снижение отеков и ускорение обмена веществ. Как же она проводится? Одевается специальный костюм, состоящий из стоп, ног, живота и рук. В эти манжеты костюма нагнетается воздух и за счет сжатия и компрессии вытесняется лишняя жидкость. Какие же показания к данной методике? Это лишние жировые отложения, застойные явления, венозная и лимфатическая недостаточность, малоподвижный образ жизни и лишний вес. К противопоказаниям. Сюда относят онкологию, беременность, заболевания сердечно-сосудистой системы, заболевания почек, высокоартериальное давление и цикл у женщин. Данную процедуру проводят курсом 10 раз с частотой 2-3 раза в неделю. Потом можно сделать где-то перерывчик на полгода и вновь эту методику повторить. Пресс-терапия очень комфортно переносится, она расслабляет, даже многие девчонки у меня попросту засыпают. А после же вы получите такое состояние легкости, расслабленности. И результатом, еще раз повторюсь, будет являться уменьшение либо полное избавление от отечности, ускорение в борьбе с лишним весом, ну и также общее оздоровление. Ну что ж, я была рада нашей встрече. Надеюсь, до скорой встречи. Не забывайте подписываться на канал, нажимайте колокольчик, ставьте лайки и всем хорошего дня!